Детское радио представляет. Витаминные истории. Бабушка, недавно в магазине я видел какой-то странный фрукт. Он похож на лимон, только зеленый. И написано было, что это лайм. Продавцы ошиблись? Никакой ошибки нет. Действительно, есть такой плод, который называется лайм. Он очень похож на лимон. И по форме, и по вкусу. Только лайм меньше лимона. Его кожура тоньше, и он не такой ароматный. Лайм и лимон, если они так похожи, родственники? Да, лайм – близкий родственник лимона. Выращивают лайм в тропиках, потому что он очень любит, когда влажно, тепло и солнечно. Родиной лайма считается Индия. Бабушка, а что можно приготовить из лайма? Так же, как и лимон, лайм добавляют в чай и разные напитки. Он придает изысканный вкус и тонкий аромат салатам, десертам и соусам. В Мексике сок лайма используют в приготовлении рыбы. Но особенно лайм популярен в Таиланде. Там из листьев лаймового дерева готовят особую специю, которую добавляют практически во все блюда. Я помню, ты мне говорила, что лимон очень полезный. А раз лимон и лайм родственники, значит и лайм тоже полезный? Лайм даже полезнее лимона. В лайме много витаминов, особенно витамина С. Лайм всегда очень ценился путешественниками и моряками. Этот фрукт способен защитить наш организм от болезней и ускорить выздоровление. К тому же лайм повышает аппетит, улучшает самочувствие и настроение. Кроме того, в лайме есть кальций и фосфор, благодаря которым твои зубы будут крепкими и белыми. Лучше всего лайм есть свежим. Он теряет свои полезные свойства, если готовить с ним горячие блюда. Нарезать лайм надо перед самой подачей на стол. Так он сохранит и приятный аромат, и витамины. Бабушка, а как выбрать самые лучшие плоды? Лайм же зеленый. Как понять, что он спелый? Свежий лайм должен быть крепким, с блестящей гладкой кожурой зеленого цвета. В прохладном месте лаймы могут храниться до 20 дней. Кстати, чуть не забыла сказать. Лайм, как и лимон, можно вырастить дома в цветочном горшке. Вот здорово! Обязательно посажу! И будет у меня свое лаймовое дерево!